Тема сегодняшнего занятия – орфограммы в корне слова. Орфограммы в корне слова бывают самые разные. На сегодня мы с вами поговорим о безударных гласных, а именно проверяемых, чередующихся и непроверяемых. Первое правило на данной орфограммы – правописание гласных «е» и «в» корне в зависимости от суффикса «а». Таблица правила представлена на экране. Такие корни чередования, как бер, бир, мер, мир, тер, тир и другие. Итак, если за корнем нет суффикса а, то пишется е. Например, соберу, замереть, растереть. Если же за корнем стоит суффикс а, то мы пишем в корне букву и. Убирать, замирать, растирать. Но также по этому правилу есть исключение – сочетание. Следующее правило – это безударные проверяемые гласные в корне. Здесь следует обратить внимание на то, что при подборе однокоренных слов с ударением на проверяемую гласную необходимо учитывать смысл данного слова. Например, «покарать за измену» – проверочное слово «кара». А «покорять города» – проверочное слово «покорный». Также и в следующих примерах, которые представлены вам на экране. Теперь переходим к первому заданию. В каком ряду во всех словах пропущены безударные проверяемые гласные корни? Вам представлены 4 варианта ответа. Первый вариант – «долина», «корзина», «низина». Второй – «укорять», «покарать» и «покорить». Третий – горизонтальный, гористый, горелый. И четвертый вариант ответа – режиссер, осветитель, монтажер. На выполнение этого задания вам дается 2 минуты, после чего я скажу вам правильный ответ и подробный разбор данного задания. Итак, правильный вариант ответа под цифрой 2. А теперь предлагаю пошагово разобрать выполнение данного задания. При разборе первого варианта ответа. Слово «долина» является словарным словом, и мы в нем пишем букву «о». Это словарное слово. Слово «корзина» также является словарным словом, в нем мы пишем букву «о». Это словарное слово. «Низина» является словом, которое можно проверить. Однокоренное проверочное слово «низ». Второй вариант ответа – укорять. Проверочное слово – укор. Укор пишем букву «о». Покарать. Проверочное слово – кара. Пишем букву «а». Покорить. Однокоренное проверочное слово – покорность. Пишем букву «о». Итак, этот вариант ответа является действительно правильным, но для большей точности проверяем оставшиеся два варианты ответа. Горизонтальный – это словарное слово, в нем мы пишем букву «о», которую никак не можем проверить, а только запомнить. Гористый – проверочное слово «горы», пишем «о». Горелый – это корень с чередованием «кор» – «гар». «Гор» – «гар». Поэтому сразу исключаем данный вариант ответа из-за корня с чередованием. И четвертый вариант ответа – режиссер, осветитель, монтажер. Режиссер и, так как это словарное слово, осветитель. Проверяем проверочным словом «свет». В этом слове необходимо заметить то, что однокоренное «свет», а не «святость». Учитываем смысл корня. И монтажер, монтаж, монтаж. Пишем букву «а». Следующее задание вам расскажет Кристина. Итак, продолжаем. Меня зовут Кристина, и следующее правило – это правописание гласных в корне в зависимости от последующей буквы. На данном слайде представлены такие корни, как «скач», «скотч». Буква «а» пишется в таких случаях. Если вы видите гласный, согласный «к», то пишите «а»,
То есть, например, скакать. Исключение скачу, скачок. Пишется О перед согласной Ч. Скачить, выскочить. Следующие корни. Лак, ложь. Перед Г пишем А. Например, предлагать. Перед Ж пишем О. Предложить. Кас, кос. Перед суффиксом А пишем А. Прикасаться. Перед Н и любыми другими суффиксами, кроме А, мы пишем О. Прикоснуться. Раст, ращ, рос. Перед согласными С, Т, Щ мы пишем букву А. Растение, выращивать. Исключение составляют такие слова. Росток, ростовщик, Ростов, Ростислав, отрасль. Перед С мы пишем букву О. Подрос, заросли. Итак, перед вами задание. Определите слово, в котором пропущены бездарные гласные корни, проверяемые ударением. Выпишите это слово, ставив пропущенную букву. Итак, слова. Программист, блестящий, колдовать, прикосновение, избирательный. Я даю на выполнение этого задания вам 30 секунд. Я вижу, что у нас есть правильный ответ. Это действительно слово программист. Итак, подберем проверочное слово. Это слово программа. Следующее слово – это слово «блестящий». Это слово пишется через букву «Е», потому что чередующиеся корни «блест» и «блист». Следующее слово – это слово «колдовать». Пишется буква «О». Это непроверяемая гласная корня. Прикосновение. Пишется буква О, так как это корень, чередующиеся корни кос и кас. Слово избирательный. Пишется буква И, потому что чередующиеся корни бир и бер. Так, переходим к следующему заданию. Определите слово, в котором пропущены безударные проверяемые гласные корни. Выпишите это слово, ставив пропущенную букву. На выполнение данного задания даю вам 30 секунд. Так, давайте разберем это задание. Я вижу, что у нас Лиза ответила правильно. Будет правильный ответ, это «встречая». Пишется буква «Е», проверочное слово «встреча». Следующее слово «аплодировать» пишется буква «О», это у нас словарное слово. Следующее слово «изложение» пишется буква «О», потому что идут чередующиеся корни «лак» и «ложь». Следующее слово «задирать», также как чередующиеся корни, пишется буква «И». Чередующиеся корни «дер» и «дир». Слово «директор» пишется с буквы «И», так как это словарное слово. Переходим к следующему заданию. В каком ряду во всех словах пропущены безударные проверяемые гласные корни? Первый вариант – «зарасти», «затянуться», «залечить». Второй – «ребристый», «прикоснуться», «шероховатость». Третий вариант – «представление», «развлечение», «маскарад». И четвертый вариант – «таинственно», «секретно», «многозначительно». На это задание я вам даю 1 минуту. Продолжим. Правильный ответ – это ответ под номером 3. Начнем разбирать. Первый вариант. Слово «зарасти» пишется буква «А», потому что чередующиеся корни «раст», «ращ», «рос». Слово «затянуться» пишется буква «Я», так как проверочное слово «затягивать». «Залечить» пишется буква «Е», проверочное слово «лечит». Переходим к второму варианту. «Ребристый» – это у нас словарное слово, пишется буква «Е». «Прикоснуться» – пишется буква «О», так как это чередующиеся корни «кас», «кос». И слово «шероховатость» – пишется буква «О»,
так как проверочное слово – это слово «шорох». Переходим к третьему варианту, к правильному варианту. Представление. Пишется буква «А», так как проверочное слово «представь». Слово «развлечение» пишется буква «Е». Проверочное слово «развлечь». «Маскарад» пишется буква «А». Проверочное слово «маска». И четвертый вариант. «Таинственно» пишется буква «А». Проверочное слово «тайна». «Секретно» пишется буква «Е». Это у нас словарное слово. И «многозначительно» пишется буква «А». Проверочное слово «значимость». Здравствуйте, с вами Мария, и давайте продолжим. Правописание гласных в корне в зависимости от значения слова. А в корнях слова «мак-мок» пишется «а». В глаголах со значением «погружать в жидкость», «макать», то есть хлеб, «макать хлеб в мед», «обмакнуть перо в чернила». Пишется «о» в словах со значением «пропускать жидкость», «промочить ноги», «непромокаемый плащ». Корни слова «ровно», а пишется «а» в тех случаях, когда в словах со значением «равный», «одинаковый», то есть «сравнить с чем-нибудь», «равняться на кого-либо». Равновесие. Слово «исключение» — «равнина». Пишется буква «о» в тех случаях, когда в словах со значением «ровный», «гладкий», то есть «равнять дорогу», «подровнять грядку». Чередование «а», «я», «им», «ин». Внять, внимать, занять, занимать, поднять, поднимать, нажать, нажимать, начать, начинать. Давайте выполним задание. В каком ряду во всех словах пропущено безударное проверяемое гласное корня? Изготовлять, герметичный, примирение. Второе. Перекормить, оптимизм. Расписание. Третье. Угасать. Орбитальный пловец. Четвертое. Прикоснуться. Консервировать. Словарный. Правильного ответа никто не дал. Давайте разберем задание. Изготовлять. Проверочное слово. Готовить. Герметичный. Проверочное слово герметик. Примирение. Проверочное слово мир. Данный вариант правильный. Второе. Перекормить. Проверочное слово корм. Корм. Оптимизм. Это словарное слово. Уже, значит, не подходит. Расписание. Проверочное слово пишет. Так, третье. Угасать. Буква А. Проверочное слово гаснуть. Орбитальный. Орбита. Орбита. Пловец. А, это чередование корней плав-плов. Четвертое. Прикоснуться. Чередование корней кос-кос. Консервировать. Это словарное слово. И словарное проверочное слово. Слово. Следующее задание. Определите слово, в котором пропущено безударное проверяемое гласное корни. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. На задание я даю вам полминуты. Кристина и Анастасия ответили верно. Правильное слово «преподавать».
Проверочное слово «преподать». Виртуоз. Это словарное слово. Блестеть. Тут чередование корней блест-блест. Буква Е. Прикосновение. Чередование корней кас-кос. Озарять. Также чередование корней зар-зор. Следующее задание. В каком ряду во всех словах пропущены безударные проверяемые гласные корни? Сиреневый. Разместиться. Отравление. Второе. Гениальный. Стимулировать. Дарование. Третье. Озарение. Направление. Покаяние. И четвертое. Выскочить. Украшение. Ополчение. Я даю вам 2 минуты на выполнение данного задания. Итак, все ответили правильно. Под номером 2. Давайте разберем. Сиреневый. Это словарное слово. Уже не подходит. Разместиться. Проверочное слово «место». Отравление. Отрава. Второй вариант. Гениальный. Проверочное слово «гений». Гений. Стимулировать. Стимул. Дарование. Дар. Данный вариант является верным. Третье. Озарение. Это чередование корней зар-зор. Направление. Править. Проверочное слово. Покаяние. Каяться. Выскочить. Чередование корней. Скач-скотч. Украшение. Прочное слово «украсить». Ополчение. Проверочное слово «полк». Здравствуйте. Я Полина. Продолжим наше занятие. Запомните прописание слов с корнями. Плав – плавать, плавучий, поплавок, плавник. Плов – пловец, плавчиха, пловцы. Выплывать – плавун, выплывающий. Правописание гласных в корне в зависимости от ударения. Корни слов. Гар – гор. Под ударением пишем «а» – загар, нагар. Без ударения «о» – обгореть. Зар – зор. Зарево – а, зорька. Без ударения – заря – озарить. Клан – клон. Кланяться – поклон. Поклонение. Без ударения – о. Твар – твор. Под ударением – тварь и творчество. Без ударения – творение – исключение утварь. В каком ряду во всех словах пропущено безударное проверяемое гласное корни? Первое. Непримиримость. Возрождение. Растянуться. Второе. Долина. Штамповать. Вымершие животные. Третье. Тяжелый. Развивающиеся флаги. Бетонировать. Четвертое. Лучший запевала в хоре, подмести пол, зажигание. На это задание я вам даю 2 минуты.
Итак, правильный ответ. Ответ первый. Непримиримость. Мир. Проверочное слово. Возрождение. Роды. Проверочное слово. Растянуться. Тянется. Проверочное слово. Проверим другие ответы на это задание. Долина. Это проверочное слово, пишем О. Штамповать. Проверочное слово, штамп. А. Вымершие животные. Проверочное слово, мертвый. Тяжелый. Проверочное слово, тяжесть. Развивающиеся флаги. Проверочное слово, веять. Бетонировать. Это словарное слово. Пишем «Е». Лучше запевала в хоре. Здесь стоит учитывать значение слова «запевала в хоре», то есть «петь», не «пить». Подмести пол. Проверочное слово «мести». Пишем «Е». Зажигание. Чередующиеся корни «жик», «жек» пишем «и», потому что суффикс «а». Определите слово, в котором пропущено безударное проверяемое гласное корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. На это задание вам дается 1 минута. Итак, правильный ответ – уравнивание. Проверочное слово «уравнивать». Уравнение – правильный ответ. Уравнивать – проверочное слово. Проверим другие ответы. Нестабильный – не подходит, так как это словарное слово. Коснуться – чередующиеся корни «кос» и «кас». Зависит от последующего суффикса. Предварительный. Это словарное слово. Горевать. Чередующиеся корни. Пишем О. Определите слово, в котором пропущено безударное проверяемое гласное корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. На это задание вам дается 1 минута. Так, вернемся к предыдущему заданию. Я вижу, у вас здесь есть несогласие. Уравнение. Проверочное слово «уравнивать». Горевать. Гар, гор. Зависит от ударения. Горевать. Пишем О. Если вопросов больше нет, переходим к следующему заданию. Еще раз определите слово, в котором пропущено безударное проверяемое гласное корня. Выпишите это слово, ставив пропущенную букву. Скептичный. Регламент, растительность, забираясь, озаривший. На это задание вам дается 1 минута. Итак, правильный ответ – скептичный. От слова «скептик» – проверочное слово. Рассмотрим остальные варианты ответа. Регламент. Пишем «Е». Это словарное слово.
растительность. Чередование корней раст, ращ и раз. Пишем А. Забираясь. Чередование корней бир, бер. Пишем И, так как суффикс А. Озаривший. Чередование корней зар, зор. Пишем А. Озаривший. Большое спасибо за внимание. Вы самые лучшие слушатели. На сегодня наше занятие подошло к концу. Чтобы быть в курсе актуального расписания занятий на sipegee.ru, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com/sipegee. Также советуем подписаться на почтовую рассылку. Это можно сделать на главной странице sipegee.ru. Чтобы поддержать проект, расскажите о нем своим друзьям, одноклассникам. Проще всего это сделать с помощью баннера сверху. Пожалуйста, помогите проекту. Нажмите кнопку «Поделиться» и разместите информационное сообщение о нашем проекте на своей странице ВКонтакте. Чтобы проект оставался бесплатным и мы смогли подключить новых преподавателей, нам очень нужна ваша информационная поддержка. До встречи на следующем занятии. До свидания.